Так, вопрос какой-то по Одессе был, да? Смотрите, Одесса будет, конечно, она никуда не денется. Вот. Те, кто... есть два варианта, мы анонсировали эти два варианта. Первый вариант – это вы переноситесь на Сочи, проходите сейчас, в мае. Второй вариант – это вы остаетесь на Одессе, и Одесса проводится тогда, когда, как только сразу, вот, там, первый месяц объявят, что все, закончилась война, и, значит, мы сразу ставим четкую дату на Одессу, да. То есть Одесса никуда не денется. Как только там все закончится, как только как-нибудь это закончится, вот, мы сразу проведем. Поэтому, если вы из Украины, и вы записаны на Одессу, вы не можете попасть в Сочи, да, по каким-то причинам, то, понятное дело, ждите. Ждите Одессу. Если вы из России собирались ко мне на мой тренинг личный в Одессу, у вас два варианта. Либо вы проходите тренинг в Сочи, вот, я онлайн там, я в Сочи не въездной, скажем так, вот, либо вы ждете, пока, теперь, раз уж время есть, я, раз вы начали вопросы по тренингам задавать, отвечу вам на эти вопросы. Значит, смотрите, я всегда так говорил, вот, ну, я человек, который любит экстрим, пиздец. Я точно так же тренинги веду. То есть, поэтому, ну, то есть, грубо говоря, я ебанутый тренер. Я не совсем нормальный тренер, я экстремальный тренер, тренер-экстремал. На моем тренинге у многих съезжает крыша. Просто, блядь, поверьте, ну, то есть, просто при общении со мной у многих просто едет башня. Вот. Я вам рекомендую, перед тем, как проходить мой тренинг, пройти какой-нибудь нормальный тренинг у нормального тренера, у Эдика. У Эдика он нормальный тренер. Он вам ближе будет, чем я. Да, я слишком ёбнутый с точки зрения как тренер. Вот. И поэтому в основном в проекте я веду либо интенсивы, либо мастерские там лично, да. Либо я разрабатываю какие-то новые тренинги. Но нормальный... Вы знаете, был такой момент. Я захотел провести базу, сам лично захотел провести базу. Ну и как бы, ну что такое базовый тренинг? Ну база и база. Вот, приехали мы в Минск. Я вел базу. И у людей начала ехать крыша прямо на базе. Ну тут просто там, там тренинг, пиздец, короче. Туда-сюда. А я думаю, что у них едет крыша просто? Просто от моего присутствия в группе уже у людей едет крыша, хотя там ничего там такого не было вообще. Базовый тренинг прошел так, что у людей посвежала башня, хотя просто, видимо, от энергетики там тренер. Я уже не знаю, из-за чего, короче, могло это случиться. Вот. Соответственно, поэтому я говорю, ребята, ну, не, поберегите свою крышу. Поберегите свою крышу и начните с базового тренинга, нормального, спокойного тренера Эдика, который не будет вам и рвать так быстро, как будет это происходить при общении со мной.